решению вопроса о нехватке мест для первоклассников во владикавказских школах «Диалог» и «Интеллект» подключился в РИО главы республики Сергей Минейло. В учебных заведениях количество желающих поступить в первые классы значительно превышало то, которое школы могли принять. Руководитель региона провел рабочее совещание с директорами этих школ Беллой Каевой и Беллой Галаувой. Он высказал мнение, что вопрос можно решить только в случае, если ввести в школах двусменное обучение. Это позволит принять всех первоклассников, родители которых подали заявление о зачислении. Напомним, ситуация с отказом в зачислении школы вызвала массу недовольства среди родителей. Было принято решение всех детей, которые находятся в районе нашей школы и имеют регистрацию весенняя и все вот эти микрорайона, они будут зачислены. Но с тем условием, что у нас появится вторая смена, мы 7-8 классы переведем во вторую смену, а дети первых классов, они пойдут у нас в первую смену, но мы создадим для них условия. Обращаюсь ко всем жителям микрорайона, которые относятся к ГБУ «Гимназия Диалог». Значит, все поданные заявления, все, кто подал заявление, все ребята, эти ребята все будут приняты в гимназию «Диалог». Я всех поздравляю с таким решением. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что среднее звено, это, скорее всего, 6-7-8 классы, перейдут во вторую смену обучения.